Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Мирон. Сегодня я бы хотел поделиться с вами, как же все-таки раскрутиться на TikTok. Есть такой действенный способ, он проверен, то есть действует, работает 100%. Сейчас расскажу. Смотрите, как новые пользователи, вы наверняка уже захотели иметь много подписчиков, и чтобы много не болтать, я сразу скажу. Скажу самое сразу основное. Не думайте про накрутку ботов, потому что боты это не двигатель прогресса. Это слизь, из которой практически невозможно в дальнейшем будет выбраться. Но это я вам так условно рассказал. Мой способ я сейчас вам предложу. Это я просто краткое представление сделал. В общем, как раскрутиться на TikTok? Очень просто. Вы выкладываете контент. Контент обязателен. То есть сначала 1, 2, 3 ролика, вот где-то примерно так. А выкладываете, и главное, чтобы он был интересным. То есть интересным, позитивным, ну или познавательным, не обязательно, вот да. Чтобы вы над ним потрудились. Выкладываете его, и смотрите, что вы делаете. Вы заходите на профили пользователей, которые выкладывают подобную тематику. Именно, заметьте, подобную тематику. Вот. Заходите на них и подписывайтесь на их подписчиков, потому что люди, которым понравилась вот данная тематика, они подписались на этого человека. Вот. И исходя из этого, вы подписываетесь на них, они это увидят и, возможно, перейдут, посмотрят ваш ролик, оценят его и подпишутся на вас. Кстати, я этот способ проверял, он работает. И я могу сказать то, что с 500 подписок приходит 50 подписчиков, то есть ровно 10%. Это в любых форматах довольно-таки большая сумма, то есть это нельзя сказать то, что маленькая и большая, то есть где-то средняя, но все равно большая, согласитесь. Так что вперед и только вперед ради достижения успеха. И не ленитесь, вот если реально хотите раскрутить свой TikTok канал или вот блог именно, то выкладывайте интересный контент, и тем самым, когда вы будете подписываться, другие люди все будут видеть, тоже на вас будут подписываться, и вам будет хорошо. И, в общем, вы будете рады от этого. Потому что я этот способ проверял, это работает, так что вперед, опять же. А так, спасибо всем, вы были на канале Мерон, всем пока, всем удачи, и не забудь подписаться.